Очередная конференция образовательного проекта «Стендап. Стандарты эндоскопической диагностики и лечения верхних отделов пищеварительного тракта» прошла 2 февраля в Казани и собрала более 250 участников, врачей, эндоскопистов и гастроэнтерологов. Современная эндоскопия, несмотря на все свои возможности точной диагностики заболеваний пищеварительной системы, является достаточно субъективным методом исследования. Поэтому стандартизация таких исследований является неотъемлемой частью современной медицины. Со своими лекциями и мастер-классами выступили эксперты международного уровня. Мы сфокусированы на качестве проводимых процедур. И это качество постоянно повышается. Но есть куда расти. И инициатива, подобная этой конференции, очень важна для дальнейшего движения в правильном направлении. Я поздравляю организаторов с тем, что им удается поднять эндоскопию в России на высокий уровень. По мнению большинства участников, главным в этом форуме был диалог, состоявшийся между эндоскопистами и гастроэнтерологами. И мы честно говорили о том, что использование классификации по ОЛГА, по ОЛЖМ при гастритах не очень доступно для наших специалистов. Мы честно говорили о том, что все высокие технологии, которые мы обсуждаем у эндоскопистов, они не очень доступны в наших сельских и даже некоторых городских районах. Но мы начали диалог по тому, как должен формулировать правильное заключение гастроэнтеролог, как должен формулировать заключение эндоскопист и что делать с пациентом, кто и как, на каких сроках, этапах его должен наблюдать. Вот это самое важное, что диалог начался. Конференция в Казани явилась итоговым мероприятием предыдущих, менее масштабных встреч эндоскопистов, гастроэнтерологов и патоморфологов. Была большая группа и эндоскопистов, и гастроэнтерологов, для того, чтобы лучше понимать так называемые стандарты. Мы пытаемся это внедрить в эндоскопии, гастроэнтерологи нас пытаются понять, не всегда понимают, поэтому какие-то темы, которые затрагивались сегодня на этой конференции, они поставили, так сказать, все точки над «и». Организаторы получили большое количество благодарных отзывов от участников конференции. Мероприятие подобного уровня впервые, наверное, проводится, да, в Поволжском регионе. Да. Да, мы впервые участники подобного мероприятия. Конечно, оно для нас является крайне важным, потому что какие-либо стандарты диагностики эндоскопической в нашей стране отсутствуют, к сожалению. И нам очень тяжело найти общий язык между гастроэнтерологами, эндоскопистами, хирургами, патоморфологами. Мы очень надеемся, что этот проект будет широко шагать по нашей стране. Подобные конференции дают возможность узким специалистам и представителям разных поколений врачей выработать общие подходы. Несмотря на то, что мы все там раз в 5 лет проходим свое обучение, так или иначе есть какие-то вещи, которые меняются гораздо быстрее, в связи с чем необходимо догонять эти вопросы и действительно соответствовать современному понятию врача, который ориентирован в этой общей ситуации и знает современные алгоритмы, международные, европейские алгоритмы ведения тех или иных пациентов. Основой взаимодействия эндоскописта и гастроэнтеролога должен быть общий подход к интерпретации результатов исследования. Интерпретироваться должно все одинаково примерно, чтобы эндоскописты пользовались определенной терминологией, чтобы врачи-гастроэнтерологи, читая заключение эндоскописта, все это понимали, чтобы был какой-то тесный контакт, потому что это важно для пациентов, для их наблюдения. Российским эндоскопистам сейчас приходится наверстывать упущенное за последние десятилетия и догонять своих европейских и японских коллег. Сейчас у нас есть возможность общаться вместе с нашими коллегами, и отталкиваясь от этого, я думаю, что мы сможем смоделировать модель и проект, который будет непосредственно удобен и понятен для специалистов России. Некоторые специалисты, участники конференции, считают целесообразным введение эндоскопических исследований в скрининговые рекомендации. Чтобы было обоснование и защищенность как бы эндоскописов, потому что мы можем порекомендовать, основываясь на европейских, а у нас это не утвержденный, как бы мы будем виноваты, если что-то там пропустится. Конференция образовательного проекта «Стендап» была организована при участии Межрегионального общества специалистов доказательной медицины,
РНИМУ имени Пирогова и Российского эндоскопического общества при спонсорской поддержке компаний Takeda и Pentax. Техническим организатором конференции выступил Первый медицинский канал.